Для вязания детской шапочки с выпуклыми столбиками и шарфа снуда нам понадобится пряжа. Нам понадобится два мотка. Но так как у меня пряжа тоненькая, поэтому шапочку мы будем вязать из двух нитей. Соединим их, будем вязать. Из остатков нити я свяжу шарф снуд. То есть уже мы будем вязать в одну нить. Можно подобрать, например, более плотную шапочку, нить на шапочку, пряжу на шапочку. И такого же цвета, более тонкую, подобрать пряжу на шарф снуд. Ну, для того, чтобы наш шарф входил в горлышко ребенка, и он нигде не жал, был мягенький. Давайте приступим. Берем нашу рабочую нить. Делаем воздушную петлю. Провязываем 4. Раз, два, три, 4 петельки. Соединяем. Закрываем в колечко. Соединились. Сейчас в это колечко нам нужно провязать 12 столбиков с одним накидом. Вытягиваем рабочую нить на высоту столбика с одним накидом. Подводим крючок. Захватываем рабочую нить. Подвели на крючке 2 петли, провязали 1 петлю. На крючке 2 петли, провязали 2 петли вместе. На крючке 1 петля. Вот это наш столб, наша петля подъема, наш столбик подъема. И сюда нам нужно провязать еще 11 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Хочу сказать вам, вот видите, я хвостик влаживаю в вязание. 5, 6, 7, 8, 9. Можно вязать, я же повторюсь еще раз, взять более толстую нить для шапочки. 10. Сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И последний столбик мы сюда провязываем. 12. Вот. Провязали 12. Вот смотрите, вот наша петля, наш столбик подъема. Вот. Вот наша верхушка. Вот она хорошо видна. Захватываем передние. Вот. Захватываем передние и задние стеночки. Вот видно. Сейчас я раздвину, покажу. Передние и задние стеночки. И соединяемся. Сейчас из нашего, вот с этого кружочка, мы с вами уже будем вязать один столбик с одним накидом и вогнутую, я вязала шапочку женскую с вогнутыми простыми столбиками. Сейчас мы с вами провяжем с выпуклыми столбиками. Вытягиваем рабочую нить на высоту столбика. Опять подводим крючок под низ, на крючке 2 петли. Захватили рабочую нить, подтянули под низ, на крючке 2 петли. И повторяем. Снова провязали. Давайте еще раз повторим. Не получилось. Подвели. Захватили рабочую нить. 2 петли на крючке. Провязали 1 петлю. На крючке 2 петли. Провязали 2 петли вместе. Повторюсь еще раз. Для тех, кто только сейчас будет вязать вот такое. Вот это наше уплотнение.
Вот она видна, вот передняя и задняя стеночка. Вот это уплотнение. Вот здесь мы будем с вами соединяться. Не здесь, а именно вот здесь. Вот будет у нас передняя и задняя стеночки. Вот мы провязали столбик. Он у нас считается столбик с одним накидом. Делаем накид. Подводим крючок под нашу столбик. Захватываем рабочую нить. Вывели наружу его. На крючке 3 петли. Провязали 2 петли вместе. На крючке 2 петли. И снова провязали 2 петли. Вот наш выгнутый столбик. Делаем накид. Провязываем вот верхушку. Обычный столбик с одним накидом. И повторяем снова. Делаем накид. Подводим крючок под нашу вот ниточку, под наш столбик предыдущего ряда. Захватываем рабочую нить, вывели на крючке 3 петли. Провязали 2 петли вместе на крючке 2 петли, провязали 2 петли, на крючке 1 петля. Снова накид и снова повторяем. Верхушку делаем обычный столбик с одним накидом. Потом снова накид, снова подводим крючок под наш столбик предыдущего ряда, захватываем рабочую нить, вытянули на крючке 3 петли, снова провязали 2 петли вместе на крючке 2 петли и снова провязали 2 петли. Так мы провязываем этот ряд до конца. Давайте повторим еще разочек, чтобы было всем хорошо понятно. Вот сделали накид, провязали обычный столбик с одним накидом. И такой же столбик, но только мы уже подводим под вот наш столбик, вот крючок вовнутрь мы подвели, захватываем рабочую нить, снова вывели и снова провязываем такой вот столбик. Так мы довязываем до конца этого ряда.